Привет, друзья! Как вы? Солнечные деньки последние в этом сезоне. Вот. Собираемся на две ночи на рыбалочку выскочить с ребятами. Так что загружаюсь, готовлюсь. Загружаем машину вещами. Снасти перебираем. Готовимся понемножку. Сотни. Все, выхожу. Добро. Давай. Вызов завершен. Так, Виталий Ивановича забрали. Сейчас звоним куму. Всем доброе утро. Мечта наша сбылась. Выезжаем на рыбалку. Чуть-чуть пишу доброе утро. Доброе утро. Вы едете или нет? Никуда не выходим. Скажите, ответить. Алло. Алло. Привет, кажу. Привет. Ну, вы давно в такой стадии. А что, ты прицеп не выкатил до сих пор, чи что? Да, уже хватит в машине. Да, все едем. Мог бы уже погрузить усе. Давай. Наливай. Да, дорожка здесь не ахти. Развернуться будет непросто. Не то, что развернуться, главное, блин, с дороги не съехать. Доброго дня. Не злякав я вас, ні? Злякав. Що тут у нас? Риба є? А куди ні? Поки ще ні. А куди ні? Так, друзі, всім привіт. Ви на каналі Фартові рибалки. Приїхали ми сьогодні опять на ріку Десна. Приїхали ми, як ви вже спіли заметити, от такою от компанією. Виталий Иванович. Коньяк Такахули. Коньяк Такахули. Виктор Алексеевич. Любитель сома. Вот. И мирідненький кумець. Всем привет. Вот такой вот компании мы приехали на Десну. Расположились, поставили палаточку. В машине там будем ночевать. Сегодня накачали лодки. На этом месте мы первый раз. Есть такой канал Роман Ленд. Рома, тебе привет. Подсказал нам это место. Вот. Не знаем, что здесь получится. Ну, вроде как он на этом месте ловил. Сказал, классно. И мы решили тоже попробовать сюда приехать. Надо менять места, надо пробовать в разных местах, поэтому мы здесь. Сейчас будем завтракать и на воду. Так что смотрите наше видео, не переключайтесь, ставьте лайки, кому понравится, подписывайтесь. Это можно даже в процессе делать фильма. Так что смотрим. Да. Меню можно заказать вам? Конечно. Смажена картопля. Так. И рыбка смажена.
Згоден, добре. Ви повинні. Добре. Залізо вам може дати. Ні, в мене є, дякую. Ні, дякую, в мене є. Добре. Заводи, дорогой. Так, друзья. Ну что, рыбалочка сегодня так и не удалась. Одного из нашего товарища мотор отказал работать. Вот китайский автопром не хочет работать почему-то. Ну ничего. Так я сегодня на воду и не вышел. Промудохался с мотором полдня. Так ничего ему и не сделал. Эхолот перестал работать. Короче, все не так, как надо. Наверное, кто-то очень не хотел, чтобы мы ехали на рыбалку. Ну ладно, посмотрим. Пока ребята там ловят. Сейчас я начищу картошечки. Пожарим. Короче, ребят, переходим от рыбацкого канала к кулинарному каналу. Коли на рыбу нам не прет, будем делать кулинарные шедевры. Ну, шедевры — это громко сказано, конечно. Ну, я думаю, мало таких людей, которые, ну, скажем так, не любят жареную картошечку. Поэтому, ребята, будем наслаждаться ужином. А на ужин у нас жареная картошка будет. И с жареными окорочками. Рецепт, конечно, я не расскажу куриных окорочков жареных, потому как их уже пожарила моя жена. Поэтому мое дело — пожарить только картошку. Ну, что есть, то есть. Так, ну, картошку начистили. Пока будем ждать ребят, когда они приедут там. Щук наловят. Попробуем и мы прямо на месте возле лагеря с берега чего-нибудь поймать. Так. Как говорит Гена Комарницкий, канал такой есть. Грусть, печалька. Нет ничего. Ну ладно, бог с ним. Синий ДТшка сработал. Ну так, нехотя, правда. Я даже не понял ничего. Нема питань. Мы обычно такого выпускаем. Ну, у вас есть выбор сегодня? Не, ну ты, конечно, сегодня красавчик. Не, я не красавчик. Сегодня Витька красавчик. Витька красавчик. Зацепил был штук 5 уже. Все отбил, блядь. Молодец. Бомбера-попугая два раза. Почти все твои. Бомбера-попугая два раза. ДТ-шку раз. Так ты выставляешься сегодня? Ну, не знаю. Ну да, есть нечего, так мы теперь сейчас будем жареную рыбу есть еще. Спасибо, Сережки. Кума, хоть один... Рыбак, да, хоть один рыбак. Хоть один рыбак. Хоть голоднее останемся. Так что у нас сегодня пир будет. Жареная картошка, окорочка жареные и рыба жареная.
до 3 метрів думаю. А то ж таке. А ну то. Наші на машині десь. Ты так не знаю, что я психанул. Да, Виталёныч. Кушай, пожалуйста. А? Ты здесь кушай, пожалуйста. А. А так, где хлебушек ты? Так а что мы? А зубы будем чистить все? Такие. Я же пасту достал. Так, друзья. Приехали до обед. Покатались, ребята. Ничего нет, ни поклевочки нету. Даже тычка нету. Разговаривал с местными. Говорят, вода поднялась примерно на метр. Видать, из-за этого и рыба стала. Думали приехать на 2 ночи. Ну, смысла нет никакого, поэтому приняли такое волевое решение. Сейчас приготовим покушать. Лодка пошла, еще раз крутнемся и будем собираться и на ночь выдвигаться домой. Виталий Иванович, он супчик готовит. Вещь, супчик вещь будет. Сейчас приготовим супчика. Ну такое.